Хотел меня видеть? Где Ван Цзюнь? А ты вообще кто? Стоять. Как надоело. Чего это? Он так и не пришел. Аюй, ты пришла? Хочешь поиграть с Йенци? Мой папа прислал эти фруктовые карамельки. Хочу поделиться ими с Йенци. Молодец. Но мы собираемся сфотографироваться. Можешь сесть тут и подождать. Как только закончим, попросим Йенци с тобой поиграть. Малыш, посмотри на меня. Малыш, смотри прямо. Смотри сюда. Раз, два, три. Подожди, Йенци. Рыжик сказал, что ты поранился. Я не буду входить, просто хочу передать, хорошо? Не волнуйся, я уйду, как только заберешь их. Это для кровообращения. Это от воспаления. А здесь обезбол. Я не слепой. Я хочу видеть, как ты их принимаешь. Если не станешь, я свяжу Джоу Юй. Что ты вообще в ней нашел? Раз заступился за нее, вечно теперь будет так. С нее все началось. Брат Дзюнь ей не спустит с рук. Закончила? Пусть попробует. Йенци! Йенци, я принесла тебе контрольное задание. Учитель Ли попросил передать тебе. Они несложны, уверена, ты справишься. Снова подрался? Это сделали те люди из бильярдной? Не твое дело. Хочешь знать, почему Йенци ранен? Почему? Кое-кто может рассказать тебе. Боишься меня? Какой толк от того, что сдам тебя? К тому же, я не хочу, чтобы Йенци возненавидел меня.
Ладно. Пойдем. А Юй такая бессовестная, ушла без меня. Брат, я так боюсь за свои баллы. Если провалю, меня папа снова отругает. Вот бы мы могли обменяться мозгами. Чин Юджоу, ты о чем задумался? Вечно в облаках витаешь. Тебе кто-то нравится? Расскажи, я могу помочь. Что между Яньци и Джоу Юй? Между ними? Сложно сказать. Почему? Джоу Юй... Продолжай. Я говорю, там Джоу Юй. Почему она с Тан Тянь? Ненавижу твой невинный вид. Ты мне тоже не нравишься. Думаешь, что знаешь всех? Но на деле ничего ты не знаешь. Брат Дзюнь внутри. Брат Дзюнь? Что? Испугалась? Не ты ли говорила, что вступишься за Яньцы? Вперед? Куда собралась? Зачем привела ее? Она встала на пути брата Дзюня. Пусть расхлебывает. Ладно, она не понимает. Но тебе ли не знать, каков Ван Дзюнь? Хочешь, чтобы ее прикончили? Она сама вызвалась. Я силком не тащила ее. Сам ранен и все равно защищает ее. Значит, ее послушала? А меня нет? Яньцы, что ты говоришь за моей спиной? Я сказал, не твое дело. Яньцы, просто ты мне нравишься. Это неправильно?